Кураж Бомбей. Ну вот, устраивайся здесь. Чувствуй себя как дома. Спасибо. Всегда пожалуйста. Это похоже на очень серьезную работу. Леонард, это твоих рук дело? Нет, вообще-то это моя работа. Ух ты. Да, вот тут кое-что из квантовой механики, с теорией рядов и каракулями по краям, знаешь ли. А вот эта часть всего лишь шутка. Это обман приближения Борна Оппенхаймера. Видимо, ты один из этих светлых умов, да? Да, я такой. Это впечатляюще. У меня тоже есть доска. Если любишь доски, вот это моя. Ёперный театр. Если под ёперный театр ты имеешь в виду подобную писанину, то ты можешь найти подобные каракули практически на любой стене мужского туалета Массачусетского технического университета. Что, перестань? Ну, кто не видел надпись «Здесь я с разбитым сердцем над той производной», а? Мне, по крайней мере, не надо изобретать 26 измерений, чтобы включить математику. Я их не изобрел, они существуют. В каком пространстве? Во всех. Вот в этом-то и суть, кстати. Парни, не возражайте, если я начну. Пенни. Там я сижу. Садись рядом. Нет, я присяду там. А в чем разница? В чем разница? О, понеслась. Зимой это достаточно близко к обогревателю. И не настолько близко, чтобы заставить меня потеть одновременно. Летом же как раз на этом пути пересекаются воздушные потоки из окон оттуда и оттуда. А также он под таким углом, что и не прямо, поэтому звук хорош, и не так далеко, чтобы создать искажение картинки. Я могу продолжать, но я думаю, суть ясна. Ты хочешь, чтобы я подвинулась? Просто сядь где-нибудь еще, а? Ну и ладно. Шелдон, сядь, твою мать! Ой...